Друзья, с вами лохматая душа. Ребята, у нас вот это все, ребята, это все, что у нас есть. И то благодаря подарку Ирине из Новосибирска. Она прислала нам этот корм в подарок. Этот корм нас спасет еще на 3-4 дня. Друзья, дети едят с удовольствием. Посмотри, что творят. Потому что он мелкого помола. Корм замечательный. Просто великолепный. Ира, огромное спасибо за то, что вы подарили нам 5 дней нашей жизни. От всего сердца, от всей лохматой души. Милая моя, спасибо. Благодарю от всего сердца. Спасибо. И очень надеюсь, что наша с вами дружба не будет только разовой. Благодарю вас. Доброго здоровья. Вы слышали такую поговорку, что сытый голодного не разумеет? Мы сейчас находимся в таком положении. У нас сегодня разгрузочный день. Это мы так называем. Такие дни между приемом кормов, потому что его нет. Если каждый из вас просто поставить себе автоплатеж на 100 рублей. Без всякого напряжения. 100 рублей. 100 рублей каждый из вас. Что для вас 100 рублей, пожертвованных для приюта? У нас нет корма. Нам удается собрать и оплатить корм на неделю, на 3 дня. Эти крохи мы постоянно делим, растягиваем, пытаемся делать веселые ролики, потому что нельзя все время говорить о боли, как мне говорят. Как я могу сделать веселый ролик, когда у меня нечем накормить животных? Скажите, друзья. Ну какие нервы надо для того, чтобы улыбаться, зная, что за спиной сегодня ненакормленные собаки? Как, ребята?